Ежегодно 3 декабря весь мир отмечает день, посвященный людям с безграничными возможностями. По этому случаю в городском доме культуры состоялся праздничный концерт. В нем приняли участие люди, которые, несмотря на жизненные трудности, сказали «нет» своим страхам и сомнениям. Это мир перевернем с тобой вдвоем. Скажи, зачем нужны нам эти люди? Никому об этом не расскажет. Давай с тобой мы отдохнем, с тобой вдвоем. На территории Верхнеуральского района проживает более 2500 инвалидов, в том числе 142 ребенка. Несмотря на ограничения по здоровью, многие из них активно занимаются спортом и творчеством. В этот день со сцены к ним обратились глава муниципалитета Сергей Айбулатов, председатель собрания депутатов Иван Машкин, начальник УСЗН Елена Шишкина, начальник управления физической культуры и спорта Василий Урцев, директор Верхнеуральского дома-интерната для престарелых и инвалидов Валерий Касьянов и председатель общества инвалидов Валентина Тихонова. Мне очень понравилось стихотворение, которое прочитала вот девочка сейчас на сцене. Вот та девочка, вот небольшая, в платье в горошек, в белом платье, в черный горох, она говорила о дружбе. Вот знайте, пожалуйста, что я точно ваш друг. Если у вас есть какие-то проблемы и нужна помощь, то это вот как раз я с вами дружу и готов это делать постоянно. С праздником вас, всего доброго. Общаясь, я могу сказать, что это категория людей, которые точно знают, что жизнь дается один раз. Ее надо прожить достойно. Я вижу, как эти люди дорожат жизнью. Каждым прожитым днем. Проведение таких мероприятий в Верхнеуральском районе стало доброй традицией. На них подводятся итоги за год. Сюда съезжаются самые активные люди с ограниченными возможностями здоровья со всех поселений муниципалитета, принимавшие участие в районных и областных мероприятиях. Именно их чествовали на сцене Дома культуры. Им были вручены грамоты и благодарственные письма главы района, управления физической культуры и спорта, общества инвалидов. Почему так пусто на моей душе? И почему всего не будто сам не свой? Если я не твой, значит я ничей. Все, что нужно мне, и дальше мы с тобой. Я не знаю, сколько пролежусь еще без тебя. Люби меня, ты моя, моя. Я не знаю, сладко ты снова посмотрю в твои глаза. Люди с ограниченными возможностями здоровья каждый день доказывают себе и другим, что они способны преодолеть все преграды и добиться успеха в жизни. Они – достойный пример мужества, стойкости и оптимизма. Мы от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов в любом виде деятельности и новых побед.